Сегодня у нас 12 июля 2023 год. Приехал Геннадий Павлович Ростобитов в поселке Урывки. Привез по заказу мед, то, что заказывали. Пергу заказывали. Ну, как в магазине. Очередь собралась. Николай Сиров, не работает. Они нам давали отдыхать. Сиротки. Не, одну на одну. Давай, Сиротки. Три перги. Что-то взяли? Сейчас возьму. Как в магазине, говорю. Не похож на сиротки, да? По внешнему виду? Так, Вячеслав Семенов. Четыре. Четыре, Вячеслав. Да. Я не понял, что. Потому что ты не похож. Так, Вячеслав. Мы поможем в этих числах. Так, я 6 перги оставил. Нету? Почему? 5 вот тут есть. Ну написано 6 вот. Кому-то кому-то ее дал. Кто-то, наверное, вот так у вас в списке написано. Одна еще остаться должна. Может быть, кто-то, подожди. Камеру я тебе ставлю, чтобы не помяли. Вот одна. Так. Это запасная. Все, по перге все, да? И две баночки. Подожди, подожди, Никит, не путай сейчас. Перепутай. Никита. Ой, не Никит. Да, пойдем. У меня аккумулятор разряжен оказался. Мусульманин у дедушки, баба. Я думаю, хорошее дело. Как тут взял сейчас? Меда нет? Мед, 2 штуки. Две, да. Две банки. Так, тесто в картотипе. Да, вон надо сразу. Один комнат тесто. Да, мне кто-нибудь поможет? Поможет, давай. В машину. Тесто перевезти. Вот это. Давайте. Тесто 10-50. На машине? Да, да. 8 таких банков. Это 2 банки. Марина, еще забрал, Олег? А? Еще забрал? Не все? Сейчас мы покажем. Это порвется, Марина. А вас там нет? Это порвется. Это, я вычеркиваю, да? Там это надо Тане сказать, Надежда Васильевна говорит, обещала Тане ей пирога принести на ужин. Смотрите, порвется. Сейчас кто пойдет? Я такую хотел как раз заказать, чтобы мне почтой заслали. Ну, нам надо было 4, и друзья заказали 4.
И поэтому, ну, как раз 8 получилось. Какой банк дома имеет, хорошо. Да все вроде правильно. Сколько? Я люблю. Николай Сирот из банка. Две. Одна банка, наверное. Две. Ну, если останется, то... Владимир Пащенко, 3 банки. Здесь. А то кто-то прошлогодний заказ. А я вроде прошлогодний тоже, да. Да. 3 свежего и прошлогодний еще заказал. Ну, вниз, брат, поставь, пожалуйста. Ты что, то есть у нас в итоге практически 4 в итоге? А мы на кольцов. Тебе и прошлогодний, да? Да, да. 3 свежего было. А прошлогодний тут вообще не написано у тебя? Вот, белый. А, вижу, да. У него 2 прошлогоднего и 3 свежего. Вот эти вот банки. Это прошлогодние. Там я их знаю, а эти нет. У него еще одна эта. Машина маленькая. Геннадий Павлович, а? Еще одна у него свежего. Вот, у меня 3 было, 3 свежих. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, 3 свежего и 2 эти. Вот-вот, говорю. Столько подал. Следующий. Кто? Так, Виталий Калинкин, ты забрал? Да. Все, забрал. Так, все, теперь что? Теперь эти рамки или пусть как у меня 3 банки меда свежего осталось. Так, вот Надежда, будет вам мед? Нужен Надежда? Сироткину одну. Можно я вам скажу? Будет Надежда? Нет, там осталось. Там еще вообще пироги снесет Надежда Васильевна. К ужину. Мы можем еще заказать, если вы не знаете. Пироги Надежда Васильевна к ужину снесет с мамой. Пожалуйста. Доброе дело. Виктору Макарову? Да, Виктору Макарову. Ну, нет, тебе есть, еще 2 банки. А, еще есть? Подождите, маленько. Запутали. Если еще лишнее, вот я бы тоже взял. У меня 2 осталось. Номер нет. А белый это старый, да? Да, да. Белый это прошлогодний, да. Вот я его люблю. А он пошел? Все молодые люди. Так, кто-то еще просил? Вы? Ну, если никто не хочет, то я зажил. Олег, мне, слышишь, пометь 3. Тебе еще банку, да? Да, 3. Уже получил. Я забрал. Хорошая торговая точка, правда? А у вас еще свежие есть? Вот мне, сестра. Все уже. До дома. Давайте. Набирайте, я еще привезу завтра. На заказ у нас еще. Завтра еще приедут, и сейчас много приехал. Мы в субботу еще человек в общем 5 или 6 заказов. Да пожалуйста. Воскресенье можно. Если вы мне скажите, когда привезти. Субботу или воскресенье? Я субботу. В любой день. Воскресенье это работает. Субботу, да? Ну давайте в субботу. Субботу. Так же вам вечером. Вы составляете список, сколько кому. Вот этот свежий, да? Да. Нет, вот свежий. А, вот этот. Прошлогодний вы еще. Вообще можно флягами, ботейнерами. Я рекомендую темный прошлогодний, очень хороший. Вообще. Темный это свежий. Или даже поза. Да, есть еще да. Нет, там есть да? Еще. Вот это темный. Там мы поза прошлогодний и темный. Поза прошлогодний темный. Да. А меня запишите? Нет, мы здесь составим список, Таня. Таня, мы здесь список составим. Запишешь, Вячеслав? Свежий, мы пошли это к Надежде. Да, вечером соберемся. Меду куча, я буду сахар покупать. Говорят, что... Молодец, у тебя пакет в рамке. Без пакета, пожалуйста. Кто без пакета? В рамке. Сон. А-а-а. 2 рамки. У меня вопрос, женщина. Вот
вот она. Вы как хотите. Я ее замотаю. Она... У нее сила такая. У нее сила такая, что... Лучше вот за это. Встречный. А вот целлофан вот такой. Вот это большой пакет, положим. У меня, например, нет. Где мы возьмем его? А что ты в этот? Пакета нету? Поискать где-нибудь. Вот они поплыли. Большие пакеты. Сказали сотами. А вы вырезать будете или так порезать? Ну, так же не поместишь под мышкой. Если будет, чтобы прорываться, вот это опилить. Так, чтобы понять. А ты как там замолвил? Я сейчас... Так, вы отмечаете? Да, я отмечаю, да. Кто еще следующий? Да. Марина. Нет, надо, чтобы нарезали. Так, ну, вырежем. Людмила здесь. Вырежем здесь. Людмила, вырежем. А вы куда будете брать пакет? Я бы знал. Вы видели, как даю? Вон у меня пакет. Так давайте сюда пакет сразу, пакет поставим. Да, мужики, да вырежем, вырежем. Там, там легко вырезается. По кругу ее раз вырежем. Я бы нарезал. Так, вырезать некуда. Мне сказали рамку. Ну, я хотел в баночку натолкать. Это, там на 4 тысячи рамки. 4 штуки на 2000 рублей. 4 штуки, а на 2000, да? Сейчас поставишь, да, там так же я. Так, у вас сколько рамок? 2000 рублей. Две, Людмила? Да, есть там две. Да, две. Ну, есть. Ох, как только бы везунет. Нарежете, я думаю. Мне так хочется подарок. Понял. Вот эти вот порвется. Ножовкой отрезать. Да, я нет, тогда не буду прорывать, а то они сейчас прорву. Все, благодарю. Одна рамка Горбуленко, пакет есть у Горбуленко? Ой, тяжесть-то какая. Владимир Александрович, а я сама не знаю. Ладно, у меня...